Работа общественных экспертных советов помогает властям видеть и решать актуальные вопросы, которые волнуют жителей края. Об этом глава региона заявил во время заседания Координационного экспертного совета. В 2012 году по поручению президента России такие структуры были созданы во всех регионах страны. В Приморье на сегодняшний день их 17. Андрей Тарасенко отметил, что экспертные советы помогают в работе по всем направлениям, от экологической безопасности и здоровья людей до сельского хозяйства и промышленности. Участвуют советы и в разработке законодательной базы для социально-экономического развития края. Андрей Тарасенко добавил, что экспертам и власти предстоит еще много совместной работы в разных отраслях экономики, в частности, по наполнению рынка местной качественной продукции. Руководители экспертных советов рио-губернатора наградил за результативную работу и развитие институтов гражданского общества в Приморском крае.